Всем привет! У нас сегодня вечерняя прогулка возле моря. А Диана все не хочет. Иди сюда. Иди сюда! Так мы идем вон и так. Смотри. Привет! Так, Диана. Вот такая красота у нас. Ой, красиво. Куски, кукусь. Да идем, вон Итака впереди, пойдем. Итака, Итака. Она услышала слово Итака и сама не знает, что она хочет. Что это такое Итака? Просто хочу Итаку, хочу Итаку. Вот так вот. Погода хорошая. Смотри, топки-топки. Класс, уже совсем скоро лето. Осторожно, осторожно, волна, волна, волна. И раз, и я, и Настя остались дома. Настя не захотела идти с нами. Осторожно. А Пирас делает уроки, он уже гулял сегодня, поэтому мы с Дианочкой сами. Да, Диан? И с Макудом. Да, и Баля. Странно, конечно, сегодня хоть и суббота у нас, но не очень много людей, как для субботы. Может, уже потому что вечернее время? Не очень много, вот, да. Нет, обычно должно быть больше людей. Но я думаю, было утром и днем побольше людей, чем сейчас. Диана! Давай, давай! Чуть-чуть, ты видела? Ёлки-палки. Я в шоке. Волны, кстати, усилились. Мы когда пришли, только не так было. Сейчас сильнее волны. А вот смотрите, наши одесские моржи. Ребята купаются в море. Чего ты поддаешься? У нас тут козочка. Или козлик. Все, обиделась, что-то надулась. Пошла с той стороны. Привет! Нервничает. Мы сейчас зашли в сельпо, нам надо кое-какие продукты купить, потому что у нас завтра намечается шашлычок. Наконец-то я еду. Куда ты едешь? Магдональдс. Наши продукты спрятаны. Под этим. Вот в такой халабуде. Да. Кто сделал? Там не видно хоть? Не видно, не видно. Нам надо выбрать какой-то тортик. Грильяжный. Пражский. Вот это Сан-Тропе, кстати, с фруктами. Вкусненький. Ну, не Сан-Тропе, может, вот буржуй называется. Вот пражский тоже. Кстати, я вот этот вот медово-ореховый люблю. Вкусненький. А, то свежий? Хорошо, берем тогда тот. Но я торт не ем. Мне не давайте завтра торт, хорошо? Мама хоть и на диете, но с кофе обязательно должен быть сникерс. Надо сникерс? Какую Машу? Нашу Машу. Нет, он не в Аркадии? Да. Мы машину видели, но я не знаю, не знала, то они или нет. Ну дай шалбан. Амина есть? А, все, иди, давай мне шалбан, давай. Давай. Мы проиграли. Ой. А ай, что, мы проиграли. Что, да, Диана сказала, что Амины у нас нету, а мы говорили, что Амина у нас есть. И мы и проиграли. Получили шалбан. Творожок купили вот тоже, который мы брали. Он тебе понравился в прошлый раз? Ел. Так, Дианкина вода. Дальше что там еще есть? О, кефирчик. Не нашли, конечно, 1%, взяли 2,5%. Что тут еще так? Это йогурт у нас. Кстати, дыня и персик. Мы еще такое не пробовали. Кабо. Это мы взяли кабачок. На завтра будем жарить гриль. Ой, Настя, это тебе. Сразу в духовку бросай. Помидорки тоже завтра для салата. И на гриль будет у нас овощи гриль. А куда мы завтра будем? На шашлыки. Куда? Это сникерс мне. Хоть я и на диете, но куда? Я буду под кофе.
По делам. Секрет. Завтра все узнаешь. А вот мясо. Да. Наверное. Мясо взяли для шашлычка. И это пекинская капуста тоже. И что там еще есть? Все или... А, еще один сникерс. А это кому? Это для меня. Так, и тортик мы взяли, вот этот Сент-Тропе. Он не жирный, кстати. Ой, нет, он вкусный. И вот еще, смотри, что мы взяли. Это мое. Вот, дай посмотрю, какой это. Фруктовый микс. Можно сейчас? Смотрите, тебе можно сейчас? Пипец. Настя. Я тоже так уже делаю. Да, да, да. Можно сейчас? Тебе нельзя. Ты ж на диете еще пока пару дней. Я купила. А можно мне тогда? Ага. Будет кому свалить. Угу. О, можно сникер сейчас кусочек? Ну что, готовим себе мини-ужин такой, легкий ужин. Диана, ты купила для того, чтобы мне свалить в рот, да? Так, сейчас будет у нас ссора. Гая, дай мне ужин. На, забирай свой тик-так. А Мина даже скоро придет, я ее подождаю. Это моя подруга. Так, а мы сейчас с Дианочкой сидим и помогаем делать террасу домашнее задание. Ему надо было нарисовать вот рисунок Тома Сойера, да, Диан? Диана тоже разрисовывает, разукрашивает. Вот, нарисовали Том Сойер, красит забор. Это в первой части вроде бы, да, происходят эти события, не знаю. Ну, короче, занимаемся художеством, потому что... Да. Надо обвести контур хорошенечко таким зеленым, а это сделаем такую, как растушевку. Вот видишь, как забор я делаю. Ну как? Смотри, возьми зеленый. Иди у себя возьми зеленый пока. Иди возьми свои карандаши, потому что Фирасу не хватает. А? Красавица и чудовище. А не знаю. Это новый, да? Да нет, а новый, давай посмотрим его. Короче, мы тут и рисуем, и ищем себе какие-то фильмы на вечер. Дианочке навела контур, помогла ей. Сейчас она делает вот так вот растушевочку такую легко. Как мама, вот заборчик? Да, я заборчик делаю. Делаю. Доделывать надо. И, кстати, к нам потом Амина придет, наша Настина подруга, на ночевку. Ну, ничего не известно, на ночевку или нет. Она вчера должна была остаться, но не получилось что-то. Да, просто, может быть, не разрешили родителей. Может быть, да. Ну, уже и Фирас подключился к нам, да? Молодцы, умнички. Я сделала ведро быстро, потому что... Так, очень... тебе еще осталось что? У Крымова? Которую мне не дали. Никто не сбросил. Надо было в школе записывать домашнее задание. Я случайно. А это тоже? Нет, это уже получается белое будет. Чего? Подожди, что и? Я случайно тут начала рисовать. Ну ничего страшного. Ладно. Ты сделай, как будто бы... зарисуй этот кусочек, эту досточку, как будто бы вот так задумано все. Жарю себе греночки с черного и с темного хлебушка. Приготовила себе вот салатик на ужин. Вот думаю, что бы еще добавить. Что скушать еще с салатом? Фирас тут ужинает. Уже все покушали, остался Фирас и я. Да, самые голодные остались. Да, я почти тут. Фирас, кстати, вот смотрите, это фарш с яйцами. Очень вкусно. Как клетки, как Фирас называют. Как клетки, да. Поэтому я сейчас жду свои сухари. Еще подумаю, что бы себе приготовить. Я так и знала, что мама зайдет с камерой. И кто у нас тут в гостях? А? Боже мой, у нас тут армия. Серьезно? Да. Серьезно? Я спать. Нет, я спать. И до скольки будем сегодня сидеть? Как вчера до трех? Я слышала историю до трех. Ну я просто фильм смотрела. Фильм? Мама, забери мой телефон. А что ты завтра будешь делать? Я? Нет. Ты-то со мной будешь завтра. Что? Мина с нами на шашлыки не хочет поехать? Ой, я вегетарианка уже месяц. Мы салаты тоже кушаем. Я на диете. Мы будем с тобой овощи гриль кушать. У меня тренировка еще утром. А во сколько?
примерно до часа дадут. О, не, точно, да. Это поздно. Все, мам, выходим и смотрим. Ладно. Диана сегодня спит с Настей. Все. Нет! Да! Нет. Ладно, я ушла. Все, пока. Взяли какую-то татуировку. Тут очень много. Это Настя вообще. Я тоже хочу попробовать какую-то сделать. Какую? А, моему Дамирчику тоже делать такие татуировки. Ну, выбирай. Я, наверное, вот... Надпись вот, какую-то вот хочешь? Нет, вот эту планету. Не страшно. Не сильно страшно. Чего? Я буду ставить вот сюда. Ага, хорошо, давай. Вырезали уже, да? Угу. Сняли пленку. Давай, клей. Нет, ты сначала приклей на ручку. Сейчас как ее приклеить? Вот да, там, мне кажется, без разницы. Вот так как вот. Уже приклеишь, так и будет. Давай ручку ровнее как-то поставь, что ты ее... Давай ее не здесь. А куда? Уже... А, все, ну все уже. Она приклеилась? Уже все, давай. Теперь мы снимаем ее. Давай, показывай, что получилось. Ух ты! Молодец. Ничего себе, Диан. Прям такая вот... Красиво получилось, модно. Она даже не отцепилась, тут даже да, ничего да, все не... ровно, четко да. Приклеилась. Кстати, тут такие красивые звездочки, короче, и планета. Она не удержалась и еще сделала одну татуировочку. Вот покажи. Ух ты. A, B, C, D.